Твери начали установку системы адаптивного управления светофорами. Она появится на 8 перекрестках города с самым интенсивным движением машин, цель нововведения – разгрузить трафик на дорогах. Новшество внедряют по поручению губернатора Игоря Рудени по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А подробности об этом в нашем следующем материале выпуска. Подобную систему планируют установить на участке от железнодорожного вокзала до речного вокзала. Всего в Твери появится 65 таких приборов. Вблизи каждого перекрестка размещен QR-код. Стоит лишь навести камеру телефона на него, и у вас в руках вся информация о проекте «Умный перекресток». Начались работы 8 октября. Продолжаться будут ориентировочно до конца месяца, 30 октября. У нас задействовано 19 сотрудников. Система состоит из контролеров, удаленных датчиков, движения и видеокамер. Именно они в режиме реального времени будут отслеживать загруженность перекрестков и передавать данную информацию на центральный сервер управления. Такое новшество явно улучшит трафик города. А что, по мнению тверичан, нужно еще улучшить в дорожно-транспортном движении, мы спросили у них самих. Я считаю, что в центре ситуация намного стабильнее, чем на окраинах. Если бы, допустим, в спальных районах установили больше, сделали хорошие дороги, установили больше светофоров и лежачих полицейских, я думаю, что это привело бы к безопасности дорожного движения. Ну, лучше дороги бы, рельсы бы убрали бы. Светофоров достаточно. Сложно проехать бывает, и пробки, и все. Лучше бы больше пешеходных улиц в городе. Вот чего. Сколько людей, столько и мнений. Но в любом случае отзывы горожан всегда учитываются. Ведь создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, поставленных перед дорожниками в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».